Здесь 10, а здесь... Ну, здесь силы, я думаю, поровну будут. Ну что, поехали? 3-4, тянем! Ребята, все отойдите! Тянем, можно вас попросить? Вы в следующем будете раунде. Мы так перетянем его до Лаганак. До Лаганак пойдем. Хорошо, хорошо идут. Хорошо. Все, отлично, спасибо. Спасибо. Канат можно вернуть назад. Давайте поаплодируем участникам. Кто не участвовал, следующий. Один в ту сторону. Мои хорошие, сейчас мужчины будут тягать. Канат можно 4 шага назад. 4 шага назад. На старт. Паш, поехали! А, отлично, все, спасибо. Первая команда. Ты мог и один выступать. Машина. Браво! Следующая команда! Вы хотите попробовать? Вы справитесь? Давайте. 3-4, поехали! Поддерживаем! О, да! Вот это что-то нереальное! Окей! Да, они выиграли! Браво! Супер! Сегодня хорошая погода, мы будем сжигать чучело, провожать зиму и встречать весну. Бьемся мешками. Музыка включается, кто хочет танцует, поехали! Развлекаемся на хаджокской теснине. Все для вас, друзья, все для вас. В честь праздника Масленица. Сегодня же не свадьба. Нет, не блинчики. А у вас круг, а где девушки? Где девушки, да? Вы можете встать чуть-чуть подальше, к серединке. Да, побольше, я имею в виду, вы просто подальше встать. Между столбами, да, вот там. Чтоб я вас видел, отлично. Мальчики или девочки? Нет, не так. Сделайте еще, вообще выключи. Сначала аплодирую девочки. А теперь мальчики. Мальчиков все, нет здесь. Это что такое? Кто участвует? Участвуют только девушки. Девочки. На 3-4. 3-4, поехали, музыку! Кто поймал? Кто там поймал? Браво! Итак, один поросенок есть. Быстро, как зовут? Катя. Катя поймала? А я не видел. А у кого сейчас? У Кати. А почему так? А кто? Итак, у нас тут спор. Поймать. Кто поймал? Катя. Какая? Все решено? Все. Первый поросенок уходит. Браво. Отлично. А теперь... Мужчины, отойдите 3 шага назад. Все теперь снова так же. Так, 3-4, поехали. Кто? Кто поймал? Поросенок?
В руках поросенок пойман. Все, браво. Отлично, второй поросенок пойман. Аплодисменты. Отлично. Что? Хорошо. Девочки, здесь провода. Аккуратно, аккуратно на сцене. Девчонки, нормально, парень, я даже ее не под... О, тяжело, тяжело, как-то тяжело ее поднимать. На самом деле, да, вы, да вообще. Итак, отлично, молодцы. Раз, два. Кто первый? Вы первый попробуйте. Давайте, какую? Мы поднимаем гирю, меряемся силами, качаем бицепс. Ого! Что творит эта девушка? Восемь раз, молодец! 32 килограмма, молодец! Пожалуйста. Пять. Главное выпрямить. Шесть. И... давай, 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 седьмой сделай. Семь, молодец! Детки, на шаг, просто на шаг, давай. Молодец, давай. Какую? Оранжевую. Давай, аккуратно, Ром. Раз. Ребят, гиря тяжелая, может повести человека. Рассечение тут. Раз, два. Молодец какой, молодец. Ой, она тяжелая. Раз, два, раз. Поехали. Подойди, малыш, малыш, отойдите, пожалуйста. Потянешь, потянешь, не скромничай. Молодец, молодец. Надо здесь показать ловкость и смекалку, а не силу. Хотя силу тоже, давай. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодец, еще. Давай. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Молодец, молодец, хорош. Вообще молодец. Шаг назад, пожалуйста, шаг назад, мои хорошие. Браво! Какой? Явно кашу поел с утра. Мощно! Ты что, Геракл? Да хватит все! О, молодец! Дай другие поиграть! Давай, давай, ты попробуй, давай! Молодец, Геркулес, красавчик! Следующий, давай.